Так, привет, дорогие друзья! Сегодня с вами мы сделаем обзор на покупную шаурму из курицы. Вот я ее заказал в магазине Перекресток, мне ее доставили. Кстати, напишите правильно в комментариях, как правильно, шаурма или шаверма. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в нем мы разберем ее состав, этой шаурмы. И также посмотрим в конце, как ее можно улучшить в домашних условиях. В упаковке за 119 рублей находится 240 грамм продукта. Ну, для начала пойдем его разогреем в микроволновке. Ну что ж, давайте посмотрим на ее содержимое. Ну, как упаковка стандартная. Так. Ну вот смотрите, не успел я открыть, уже где-то видны какие-то вот разрывы, да, этого лаваша. Вот так вот выглядит у нас его дно. Ну, раз у нас так разорвался, давайте все-таки его вскроем и посмотрим, что вообще есть внутри. Так, ну смотрите. Видим мы тут огурец. Вот огурчик. Достаточно крупноватый. Но не горький. Так, видим кусочки курицы. Ну, курица покрошена разными, скажем, размерами. Посмотрим ее на вкус. Ну, скажу так, курица как курица. Так, что тут у нас? Морковка, капуста. Даже вижу где-то наличие белого соуса. Так. Так это выглядит примерно в разрезе. Сказал, что выглядит немножечко топорно. И в целом, сейчас попробую. Ну, на мой взгляд, немножко суховато. Что бы сделал я? Ну, будь у меня сейчас под рукой печка, я бы обязательно ее с двух сторон поджарил до такой вот, скажем, позолоченной корочки. Добавил бы еще туда соуса, неважно какого, по желанию, по вкусу. Что касается содержимого, то в принципе как бы все норм для шаурмы, курица. Как бы это достаточно. Ну, соус я бы добавил, да. Это вот первоначальная сухость и, скажем, разрывание самого продукта в процессе открытия, оно, конечно, дает некоторый минус. Ну, в целом, как перекус на скорую руку вполне подойдет. Вполне подойдет. Конечно, да, выглядит немножко грубовато, но в целом норм. Вот я его беру. В принципе, как бы лаваш вполне нормальный. Но вот соуса они пожалели. Вот его можно было добавить побольше. Ну и так, поговорим о плюсах и минусах. Плюс в том, то, что это все съедабельно, что тут все по срокам нормально, вы не отравитесь, как бы переживать не стоит. Минус. Я не знаю, как открывать эту упаковку так, чтобы эта шаурма не порвалась. Это уже вот вторая, которую я пробую. Ну, они все вот так вот надрываются и... Если нет тарелки, то все просто падает непонятно куда. Вот.
Сухость продукта это тоже я отношу к минусу. То есть чуть-чуть побольше его заправить и будет норм. В целом я ставлю данной шаурме 6 баллов из 10. Пожалуйста, в комментариях, если вам заходит обзор готовой продукции, то напишите об этом. И тогда таких роликов будет больше.